Страшные три кота возвращаются, чтобы отомстить своим обидчикам. Да, наши герои в прошлых частях уже сталкивались с этими тремя котами. Не бойся, мистер Лёва, я с тобой. Если вы не успеете поставить лайк за 3 секунды, страшные три кота могут ворваться ночью и... Есть! 3, 2, 1, вау! Ломай меня полностью. Я вас предупредил. Второй раз... Не буду. Кутывайтесь чем-нибудь, подписывайтесь на канал и подпишитесь обязательно на авторов. И напишите, кто вам больше нравится, кошек, карамелька или кот. А? Кого вы напишете, тот и придет, если не успеете поставить лайк. Что же на этот раз они сделали, что три кота разъяренные пришли к ним снова? Поехали. Смотри, какой ужас. Что? Что это? Это такое? Что там? Чё это? Это кто? Это кто? Откуда сидит? У тебя эта фотка? Летки. Ты вообще где? Это где? Я вышла из дома на минуточку. Ага, а что тут там такое? Я боюсь подходить к этому близко. А кто это? Это просто глаза какие-то в темноте. Возвращайся домой. Зачем вообще выходить ночью из квартиры? Потрясающий вопрос, который спустя столько времени он задал. Да я мусор побежала выкинуть. Я целый день маме обещала это сделать. Ну тогда да. Если приду обратно с полным пакетом, мне не поздоровится. Такой Кио тут. Ясно, и как ты пойдешь дальше? Оставь около подъезда. Если на твоем пути это... Не знаю, аккуратно обойду. Хотя места обойти практически нет. Ты видишь, что конкретно там внутри? Нет, там что-то темное со светящимися глазами. И оттуда доносится рычание, и я вижу какое-то шевеление. Да, Аня. Ужас какой, я бы на твоем месте нашел бы другой проход. Я бы тоже. Может обойти дом с другой стороны? Может быть. Не получится, только здесь можно пройти. А? И что делать? Да вроде сейчас ничего. Обойду эту кошачью переноску. Давай осторожно. Точно. Фух, обошла тихонько. Фух, это повезло. Иду к мусорке. Звуки рычания, кажется, доносились не из этой корзины. Откуда? В смысле? Я подхожу к бакам, и с каждым моим шагом этот звук усиливается. А, мусорным. Я боюсь уже выкидывать мусор. Чё там? Чуха. Ты думаешь, там что-то в мусорных баках издает этот звук? Да? Не знаю, вряд ли это прям в баках. Этот откуда? Звук, он повсюду, он прямо в моей голове. Да ладно. Так, ты просто на панике. Да-да-да, надо успокоить. Успокойся, выкинь мусор и беги домой. Да-да-да, беги домой. О, хорошо, сейчас выкину. Фух. Кидаю. Куда? Он здесь! Кто? Что? Чего тут? Чего тут? Ё-моё! 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 Беги быстро оттуда! Беги оттуда! Беги! Какой же надо быть бесстрашным, чтобы выходить ночью из дома? Видео хорошо, что бесстрашно. 3 секунды. Поэтому прошу ответить на один вопрос. Чуть позже по видео вы поймете, почему я вас сейчас это спрашивал. Поставьте палец вверх и подпишитесь с колокольчиком за 3 секунды, если вы хоть один раз в своей жизни видели мультик «Три кота». У тебя есть ровно 3 секунды. 1, 2, 3. Чуть позже поймете, почему я это спрашивал. А, окей. Я бегу домой. Давай. Беги в обход как-нибудь. Как-нибудь. Не надо через этот коридор с корзиной. Ё-моё, что или там с этими баками? Где-нибудь. Да, я ищу укромное место. Ага. Сокращай через гаражи. Мне будет страшно через них. Стоп, а нельзя просто тебе назад? Она же пришла к ним. Дома. Почему нельзя назад по-быстренькому пробежать? Поклоняйся нет, к нам. Как что? Они узнали, что я побежала именно через гаражи? Ведь он это надпись сказал. Точно для меня. Я надо думала, парень. Ведь этот кошмар с тремя котами в моей жизни остался в прошлом. Да, помните? Это все было запланировано заранее. Да. Может быть, они это он сказал? Они поджидали тебя. А может быть, это ты сказал? Но как они узнали, что я именно сегодня ночью пойду на улицу? Вероятно, они следят за тобой. Возможно, как? Твой парень... Прямо в квартире? Есть три кота. Как эти твои... И эти издарк... могут проникнуть в любое устройство, подключиться эти к камерам.
прочитать сообщение в телефоне. Да-да-да, все может быть, все может быть. Надо было удалить все с телефона. Надо было. Нет, это не поможет. Не вини себя. Не вини себя, постарайся добраться до дома целой и невредимой. Да-да-да, надо. Да, я уже почти у дома. Но что может означать эта надпись? Ну, потому что коты любят, чтобы им поклонялись. Я думаю, в прошлый раз тебе удалось скрыться от них. Не бойся, мистер Лёва. Они этого не простили, посчитали себя оскорбленными. Да-да-да. Теперь требуют поклонения. Да, как все эти коты, эти языческие боги. Не хочу тебя боги. Огорчать, но кажется, это начало их очередной игры в кошки-мышки. Возможно. Слушай, у меня такое ощущение, что мне не стоит возвращаться домой. Опачки. Почему? То есть они к ней домой не придут? Я боюсь. Кажется, что в гаражах мне было бы безопаснее. Вот, к гаражам придут. Ёлки-палки. Ты чего? Кажется... Какие гаражи? Ночь на дворе. Ночь, да. Дома твои родители, старший брат. Почему она не хочет возвращаться? Доберись до дома, расскажи им это все, и они тебе помогут. Помогут. А в гаражах в любую минуту эти кошары могут схватить тебя. Да, ты как всегда прав. Я постараюсь добраться до дома. А как обратными окольными путями? Прошло немного времени. Все пропали. Кто? О чем? Они все исчезли. Кто? Родители? А! Так, стой, подожди, толком, реально? Что произошло? Родители и брат, их нет дома. Обалдеть. Они все собирались спать, когда я уходила. Получается... Мама принимала душ, брат играл в комп. Страна чудес, зашел за угол и исчез. Сейчас дома пусто. Посмотри, да-да-да. Может, они тебе записку какую оставили? Может да какая быть. Может быть записка? Тут явно произошло что-то страшное. Они пришли, наверное, съели Если их. Мама даже душ не выключила, вода так и течет из крана. Да ладно. Вся их верхняя одежда и обувь остались в прихожей. Ёлки-палки. Получается, а их как будто выдернули из этого мира? Получается, да. Не надо говорить мне таких ужасных вещей. А что ты хочешь услышать? Я если говорю это так то, что есть. Слышал и знаю. На одном форуме обсуждали тему. Тему? Что эти сущности могут забирать людей из этого мира и переселять в параллельные реальности. Опачки, что вот эти три кота? Что за реальности такие? Что за ужас? Они очень похожи на наш мир, только там чего-то не хватает. Или кого-то, например, меня. Да, может быть. Да, но многие даже не замечают этого. И продолжают там жить долгие годы, как в тумане. Ага. Нет, мои родные живы, и по-другому быть не может. Ты Окей. только нагнетаешь обстановку. Да, да. Мне очень, очень страшно. Извини, теперь тебе надо думать прежде всего о себе. Да, скорее всего. Нет, я любой ценой должна их найти. Как ты их найдешь? Это с я. Ума сошла. И только я заварила эту кашу с котами. Ух ты, какая, мне их расхлебывать. Моя семья тут ни при чем. Точь, вот это, вот это сильная, сильная, сильная девочка. Я уже пыталась сразу, как вошла домой. Она оставила телефон дома. Они все оставили свои телефоны. Да-да-да, они просто испарились, да и как будто же одного забрала. Что такая произошла в твоей квартире? Мне некогда рассуждать, мне нужно бежать, спасать родителей. Мне кажется, это невозможно. Подожди, включай голову, давай рассуждать логически. Давай. Эти кошары только и ждут того, чтобы да, ты вышла да, к ним. Да, все правильно. Они тебя не застали дома и пришли искать на улицу, верно? Верно. Да, все верно, но как мне поступить? Я не могу сидеть на месте. Друзья, а у вас есть какой-нибудь мультик, который вам нравится больше, чем мульт «Три кота»? Напишите в комментах топ-3 своих самых любимых мульта. Было бы очень интересно почитать. Кстати, да, напишите. У тебя же установлены камеры. Для начала. Для начала сориентируйся по ним. Не поджидает ли тебя кто-нибудь в подъезде? Ага, иду к ноуту. Прикинь, брат даже не вышел из своей игры. Да. Когда же это закончится? Его там разобанили. Я проверяю по камерам. Смотри внимательно за каждым движением. Давай, давай. Нет, это что за... Бред. Что? Стоп. Стоп. Этот знак для тебя. Стоп, знак? И что? Обалдеть. Они предупреждают, чтоб я сидела дома? Чтоб Скорее они меня всего. Стапали, как мышку в клетке. Да. Ну да, уж да, нет, да, я иду бороться до последнего.
И никакими знаками меня не остановить. Ее борьба сейчас будет слишком сильной. Не отходи от камер. Смотри внимательно, там точно должны быть другие странности. Может быть. А это что за надпись? Где? Или окажешься тут, а что там? Тебе говорят, типа, остановись. В лотке? Как же мне страшно. Буквально минуту назад я смотрела эту камеру, и там ничего не было. Они за ней пришли. Я даже не понимаю, как появляются эти надписи. Буквы как будто сами проявляются из стены. Я бы на твоем месте не предпринимал никаких необдуманных поступков. Займи наблюдательную позицию. Эти кошаки могут быть в твоем подъезде. Нет, они уже здесь. Где? Ё-моё. Они у нее в подъезде. Ёлки-палки. Обалдеть. Это компот, о нет, это самый страшный из них. Да? С ним тебе точно не справиться. Я думал, карамелька самая страшная. Почему ты так думаешь? Три раза больше силы. В три раза больше, чем в остальных. Компот, потому что он компот пил. Так как его создали первым, он вобрал в себя всю мощь. Первый. Первопроходец. При этом его всегда ставили на место из-за полноты. Ага. Поэтому обиделся. В нем много темной энергетики. Ну почему? Почему все это происходит именно со мной? А вот не знаю. Потому что Дарк никогда точно не оставит в покое она того, кто влез в тайны. Лезла же в предыдущих сериях. Я так больше не могу. У меня уже нет сил бороться с этим. От страха сковывает все тело. У меня капают слезы. Были же силы только что. Не время впадать в депрессию. Надо думать о своем спасении. Ну и как же она собралась спасать? Мне теперь точно не выбраться. Они меня заманили в ловушку, как мышь. Этот стоит прямо у лифта. И в лифте тоже эта жуткая надпись. Где? Поклоняйся котам. Все, все, это конец. Через это конец. Лестницу. Это конец. К ней проход мимо лифта. Он перекрыл мне все пути обхода. Да, это значит, конец. Держи оборону в квартире. Оборону в квартире. И не под каким предлогом. Мне кажется, он потеряет свою девушку. Да, я все знаю. Мне кажется, он его потеряет. Ни под каким предлогом не открывай дверь. Да, не открывай. Даже если на пороге ты увидишь меня, какого-то знакомого, маму, папу. Не открывай. Да-да-да, не надо, не открывай. Я теперь не такая, как ты думаешь. Не глупая, да? Это хорошо. Запись телефона девушки. Здравствуй. Чего? Ты подожди. Мама, привет, я тебя потеряла. Как ты? Где ты? Все нормально, иди на улицу. Я жду тебя. Туп, ничего зачем, не понял. Зачем, мам? Ночь же. Все нормально, а мама ей написала. Я иду с магазина. Это пакет тяжелый. Да, конечно, одеваюсь. А он сказал не открывать никому. А в какой магазин? Ты так долго ходила. У нас же нет круглосуточных. Далеко ходила, я жду. На проспект Мира, что ли? Я жду тебя. А почему так поздно? До утра не дотянуть было? Я ж переживала. Очень хотелось есть. Молока и колбасы. Быстрее выходи. Обал, это три кота. Это три кота. Ну ты даешь, мам. Дома полный холодильник. Тебе есть нечего? Так и скажи, придумала свой очередной кулинарный шедевр. Это три кота. Да, кулинарный шедевр. Поторопись. Я больше не могу ждать. Она не понимает. Да, я уже кроссовки одеваю. Встретимся у подъезда. Нет, жду тебя за гаражами. Ага, какими гаражами? За какими гаражами? Там же парковка. Там и дороги-то нет. За гаражами. Так выйди хоть к дороге, так безопаснее для тебя, мам. Они похитили маму. За гаражами жду. Обалдеть. Ты какой хоть дорогой шла? Ты пыталась максимально сократить, что ли? Да. Я жду. Я сижу в кресле. В каком кресле? В каком еще кресле? Как Бен? Я устала, мне тяжело идти. Мне нужна твоя помощь. А что это такое вообще? Ну ты даешь. Все, сейчас выхожу уже. По пути все расскажешь. Обалдеть. Фух, кажется, я зря паниковала. Паниковала. Все хорошо, мама была в магазине. Нет, нет, нет. В магазине? Это заманиловка. Да, в круглосуточном, на проспекте Мира. Он же давно уже на ремонте. Да, ну, не знаю, может там еще какой-то круглосуточный?
Вот не слушает же своего парня. А что ей не спалось-то ночью? Зачем она пошла? Да, у нее бывает. Захочет на утро что-то испечь и вечером бежит в магазин. Прямо ночью? В полную ночь? Ну, в полночь еще не бегала. Самое позднее, часов 9 вечера было. А сейчас-то уже 11 странно часов практически. Это. А откуда она тебе написала? У прохожих, что ли, телефон взяла? У каких прохожих? Просто написала, же, как всегда. Дома. Телефон своего же дома. Телефона. Так, а телефон же дома. Так, она же его дома оставила. Да. Ну точно. Все, какая так, же я дума. Какая же я дума. Только не говори, что ты на улице. Да, я уже подхожу блин, к месту. Блин. Где она якобы меня ждет. Блин. Как ой, они ой, так легко тебя обманули. Да за вообще просто. Подкараулили. Кажется, уже поздно. Она поняла. Что? Чё такое? Обалдеть. Ёлки-палки, ёлки-палки. Ё-моё. Не двигайся, стой смирно и медленно отходи назад. Всем видом показывай, что ты его не боишься. Ты чего молчишь? Эй, ответь! Её больше нет. Следующий. Представь, что ты бы возвращался домой и перед собой увидел бы кого-нибудь из трех котов. Сильно бы ты испугался, и что бы ты сделал в первую очередь? Напиши под видео, как бы поступил ты. Я бы... Обоссался. Не связывайтесь с тремя котами, не смотрите их, пожалуйста. Будет продолжение. Не подписывайтесь на канал переписки, подписывайтесь на мой канал, жмите лайк, чтобы никакого три кота не пришло. Да, мистер Лёва, не бойся. Жмите на вот эту же точку, чтобы подписаться, посмотрите вот эти видосы. Кстати, вот эти видео по трем котам. Да, жмите, вам понравится, если не боитесь. А с вами, как всегда, я, Райли. Здоровья, там, счастья, успеха, всего самое лучшее. Берегите обязательно себя и своих близких. Будьте счастливы, будьте, конечно же, здоровы. Не смотрите трех котов и увидимся в новых видео. Пока.